Привет, меня зовут Денис Коваленко, я парикмахер-стилист, и учить эстонский язык я начал уже после школы, поэтому мне немножко пришлось сложно, но у меня есть много друзей эстонцев, с которыми мы общаемся более или менее хорошо, насколько, ну, действительно, я их понимаю, и я считаю, что здесь, живя в Эстонии, правда, надо учить эстонский язык, и есть масса возможностей, есть простые возможности, как просто пойти учить эстонский язык, но также есть какие-то неординарные. Как я, например, начинал общаться с клиентами, и мы, если я не мог что-то объяснить им, они не могли мне объяснить, мы объяснялись на руках, мы объяснялись на других языках. Но я считаю, что у нас в Эстонии точно так же очень много есть певцов и других разных музыкальных проектов, и если вам действительно нравится какая-то песня, просто попытайтесь разучить слова, попытайтесь перевести эти слова, и таким образом вам будет намного легче учить эстонский язык.